application for warrant permission. Писалось, еще не казали вас. Мы 26. Эти защитники указывали на капитана, как, соответственно, либо на организатора, либо... Все, нам его, как мы организатор, мы встретили и фиг. Все, подожди, мы посмотрим, посмотрим подробно, да, разберем. 4-15-15-30, в ходе ответить вопросы, в ходе допроса, значит, даны были следующие показания, просто чтобы... Never, ever have we attempted to take control of another ship or anything. Никогда не пытались завладеть чьим-либо кораблем, не сделать что-то подобное. I think the charges are completely without merit. Я думаю, что принятые меры абсолютно неразумны. And not at all based on fact. И это все не имеет никаких обоснований. Держим порядке предусмотрен статьями 91-92 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Вилкокса Питера Хенри 6 марта 1953 года рождения мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 24 ноября 2013 года включительно. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Ленинский район суд города Мурманска в течение 3 суток со дня его вынесения. Переведите, пожалуйста, экзекутивную часть. Thanks for coming by. We'll be in touch. We'll be back. Okay.